Так, ребят, всем привет. После последнего ДТП я решил поставить себе видеорегистратор, но не хотел врезаться в провода там ни здесь, ни здесь. И протащить просто его от прикуривателя проводами, получается, через дырку здесь, проводя здесь по кабелю и под стойкой пластиковой. Сейчас мы ее снимем, протянем под ней и выведем провод сюда ближе, для того, чтобы повесить его под зеркало, видеорегистратор. Где-то здесь в двух местах у нас должны быть клипсы. Сейчас посмотрим мы на них. Так-с. И вытаскиваем теперь оттуда. Так, клипсы не разломались. Все в порядке. Сейчас здесь протянем провод. Так, ставим обратно. Так, все, протянули, здесь все спрятали, вроде встало на место, где-то небольшой, может быть, люфт появился из-за провода, что ли, не знаю, посмотрим,
Ну, так-то, в принципе, все сделано. Вот там вот это прошло насквозь, типа. Так, что мы получили от этой установки? От прикуривателя туда вниз уходит провод, и здесь он выходит уже как бы после вот этого пластика, и через потолок прячется и устанавливается видеорегистратор. То есть вот итог. Пластик снялся очень просто. Главный, наверное, прикол, что нужно его просто подхватывать отсюда и выталкивать вот сюда, потому что там пластиковые крепления, они вот как бы входят в корпус, да, машины. Таким образом, если выламывать куда-то в другую сторону, просто можно их повредить, да, и придется потом цельную деталь заказывать на разборе. Вот, короче говоря, все. Не хотел я, в принципе, врезаться куда-то там в какие-то провода, поэтому сделали так. Вполне нормально. Доволен.